Сегодня я наконец-таки нашел вещь, которая позволит мне взять и одним кликом удалить все скибиди-туалеты из интернетов. Я знаю, что ты чертовски заинтригован, о чем идет речь, но это я припасу на конец ролика, потому что в начале этого ролика я внезапно вспомнил, что мы давненько с вами не смотрели на различные пиратские клоны скибиди-туалетов из плеймаркета. Кстати говоря, вроде дафак-бум начал их удалять, так что самое время насладиться шедевральным и изысканным контентом, который скоро отправится в бан и в мусорку. И, собственно говоря, слава богу. Так или иначе, пока что в топе плеймаркета мы вполне себе можем обнаружить Robot TV Invasion Survivors. Картинка у этой игры была очень хайповая, а на деле это пиратский клон пиратского клона. Мы в такое уже играли. Так или иначе, ну давайте посмотрим. Может быть, здесь есть какие-то уникальные механики. Кроме отключения вот просто скибиди туалета. Вау, Виктори, победа вместо обеда! Вау, вот именно так я должен реагировать. Что происходит? Здесь одинаковые скибиди туалеты, им только цвет кожи немного меняют. И нет, новая кнопка. Я могу заставить один скибиди туалет атаковать другой скибиди туалет. Что? Ну как я должен реагировать на подобный гейминг? Это же просто какой-то кошмар. Я могу его еще увеличивать в 10 раз. Давай мы на максимум просто его увеличим. Давай, 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 давай. Поехали, поехали. Что-то ты недостаточно большой. Давай, чуть побольше будь, а потом мы превращаем его в союзника, после чего он просто прыгает на месте. Серьезно, блин? И это все? Я могу выключить оставшиеся два скибиди туалета? А можно я тоже возьму, приложусь об стол и выключусь, чтобы в подобный шлак не играть? Сама-то игра, конечно, неплохая, но это пиратский клон на скибиди-туалеты и пиратский клон на игру, где мы пультом выключаем людей. Так или иначе, следующая игра обещает быть интересней. Почему обещает? Да потому что у нее 4 звезды рейтинга. Боже мой, какой ужас! Как это плохо нарисовано! Так, я должен 100 раз кликнуть на этот туалет. А, класс, я могу еще что-то теперь покупать. Это сраный кликер. Так, здесь есть ящики, в которых... Розочка, что за чертовщина? Охренеть, какой кошмар. Так, я надеюсь, что здесь больше не будет никаких скибиди-писсуаров, слава богу. Скибиди-писсуар выглядел просто омерзительно. Так, окей, я могу покупать много розочек. А можно я улучшение лучше куплю? Да, можно покупать улучшения, правда, они очень дорогие. Еще здесь гемы какие-то есть, и по факту это вот самый обычный, самый всратенький кликерочек. Только с самыми худшими спрайтами персонажей, которые только можно себе представить. Классно, давай мы еще что-нибудь прокачаем. Что тут в магазине интересного есть? А, кристаллы. Серьезно, кристаллы за просмотр рекламы 20 тысяч, охотно верю. Так или иначе, я могу постоянный мультиплеер себе купить за кристаллы, но у меня пока кристаллов недостаточно, давай мы лучше купим улучшение хотя бы одно, и теперь у меня чуть больше урона, правда, это ни на что не влияет. Давай мы используем все наши суперспособности, чтобы побыстрее разобраться с этим скибиди-туалетом, потому что дальше там будет что-то еще более интересное. Я, правда, все бабки уже всадил, хотя у меня есть еще какие-то суперспособности, но я думаю, мы отложим их на то, чтобы вот дойти до камероголового. И причем автор, видимо, даже не смотрел скибиди-туалеты, потому что это не камероголовый, это камера-вуман, мать его! Так, давай мы сделаем x5 кликов. И даже так, вырубать нам ее придется чертовски долго. И в этой игре толком нет никаких механик, кроме ожидания кейсов и очень медленной и скучнейшей прокачки, которая вот абсолютно мне никакого удовольствия не приносит. Поэтому мы эту игру отправляем прямиком в мусорку. А сами отправляемся и погодите-ка, что-то здесь не то. И... Я понял, что здесь не так. А что происходит? Я не понял. Да фак-бум уже начал банить игры со всратыми скибиди-туалетами, и они поняли, что, ну как бы, а какая разница, скибиди-туалет или скибиди-ботинок? Ну пусть будет скибиди-ботинок. Да фак-бум он не отличит, он не найдет разницы, он не забанит, у него нет прав на скибиди-ботинки. Нет, в это говно я играть не буду. Это просто какой-то кринж за гранью. И причем дальше еще одна игра со скибиди-ботинками. Это же шутка какая-то. Вот они, справа налево. Скибиди-доп-доп, ес-ес, ботинок. Это что вообще такое? И чем мы должны заниматься в подобных играх? Хотя нет, это игра мерч. То есть там бы мы совмещали персонажей. Впрочем, вдруг кто-то не видел подобный жанр игр. Давайте мы им покажем и поставим лайк под этим роликом. Я не знаю.
знаю, как я это связал, но мне нужна поддержка. Желательно из дурдома. Господи, помилуй мою грешную душу, это реально скибиди носок. А почему у него на голове росточек? Почему у них у всех были росточки? Так или иначе, мой скибиди носок, конечно же, проиграет. И мне придется сейчас покупать второй скибиди носок. И какой же флекс устроила скибиди тарелка? Так, X5. Ой, хорош. Мне дали без рекламы X5. Ладно, это, видимо, одноразовая акция. И скибиди-тарелку я купил. Мы отправляем свой скибиди-носок вперед. И теперь-то мы победим! Да! Если нет, то это будет странно. Но нет, мы с вами победили, к счастью. И это самый странный пиратский клон скибиди-туалетов, который я только видел. 200 мне дали. Сейчас, наверное, персонажи будут по 1000 стоить. Нет, всего 2. Так, совмещаем скибиди-носки и получили Гарика Мартиросяна с мухомором на голове. Что за бред? Ай, а как еще персонажей купить? У меня же много денег. И, конечно же, Гарик Мартиросян, он всех победил. Вау. Yes! Боже, что за бред? Это реально битва скибиди носков. Это битва говна и мочи. Вот что это такое. И вот уже все за рекламу. И проверьте, как бы, свое интернет-соединение. А я не могу продолжить игру. Я нажимаю нет, спасибо. Игра все равно пытается мне включить рекламу. Когда у нее не получается, она зависает к чертям собачьим. Фантастика. О, а вот теперь вместо $2 они стоят по 160. Ты ж рекламу не посмотрел, лошара. Ну, давай мы вот еще соберем себе еще одного Гарика Мартиросяна. Объединим их и получим. Я не знаю. Что это? Кто это? Он из дурдома сбежал. Почему у него такое странное лицо? Но он хотя бы не в носке. И на этом спасибо. А если я объединю тарелки, получится танк? Почему камерамен? Где вы здесь камеру видите? Боже мой, авторы, вы эти самые мухоморы у Гарика Мартиросяна забрали и употребляли. Че, блин, здесь творится? Так или иначе, мы с вами победим 100%. Но какой ценой мы победим? Посмотрите, во что я играю. Это скибиди носки, скибиди грибы. Че вообще за бред? Здесь творится, я в шоке. Ладно, да, я знаю, что моя награда еще не готова. Давай я куплю еще один скибиди туалет, наверное. Объединю их им. Да, к сожалению, я толком-то больше никого купить не могу. Мне дальше придется бесконечно смотреть рекламу. А я не то, что рекламу смотреть не хочу. Я даже эту игру уже видеть не могу. Она выглядит ужасно. Эх, давай мы с тобой просто уйдем отсюда. И хотелось бы мне, чтобы мерч игры закончились, но хрен там плавал. Дальше у нас еще одна мерч игра. Но я только что одним глазком взглянул на персонажей в этой игре, и я хочу развидеть все, что я вообще видел за свою жизнь, и знаете что, в это я играть не буду. Я хочу сохранить вот хотя бы вот крупицы своей психики, а вот эта вот штука настолько сильно ударит по моей психике, что я не выдержу и сломаюсь, и сдамся куда-нибудь, канал закрою. Черт знает, как от этого спастись. Наверное, с помощью следующей игры под названием Скибрзрфил. Боже мой, ну и картинка. И здесь у нас есть TV Woman. Мы ее вставляем в сердечко. Мы ее не вставляем. Я в подобное говно уже играл. Это собрало 80 лайков. Вау. Так, давайте мы щелкнем и... Вау, контент. Вот это да. Но они хотя бы запарились над картиночками. Это не так плохо, как в той игре с кликером. И, в принципе, на это даже можно адекватно каким-то образом смотреть. Так, чтобы у вас из глаз не шла кровь. И ваш разум не хотел поскорее закончить эту бренную жизнь. И это реально все, что есть в этой игре. Два раза кликаешь на персонажа и выставляешь его в виде сердечка. Это все? Боже мой, нет, теперь тут другие фигуры есть. И, боже, что за фотография здесь получилась? Если еще хоть раз вы мне покажете подобное говно, я посмотрю рекламу. Нет, куда она здесь взялась? И что это за персонажи? Какой-то невероятный камерамен. Первый раз такого вижу. Слава богу, это изображение вот еще приличное, адекватное. Я надеюсь, что все изображения дальше в этой игре будут, что-то не будут они приличными, адекватными. Ё-моё, у него-то... Что за... Лучше я перейду на темную сторону браузерных игр по скибиди-туалетам. Такой жести вы давно не видели. Скибиди-шутер! Скибиди-бабки в деревне! И нет, это не я придумал, это реальная игра, и здесь реально деревенский туалет со скибиди-туалетом. Вон у них среди игр еще Майнкрафт, автомобиль и качок. Ну, знаменитая студия, хрен знает, как она называется. Здесь 50 уровней, как бы запарились челики. И в этой игре мы...
в деревне, которая, я не знаю, прямиком из 1993 года сбежала, должны, видимо, стрелять по скибиди-туалетам. Вау, эта игра еще и лагает, охренеть. Вот с таким графоном она имеет право лагать. И что, я должен просто стрелять в скибиди-туалет? У меня патроны кончились. А, нет, у меня 990 просто тысяч патронов. Вау, slow motion, уровень пройден, судя по всему. Так я могу прямо отсюда их уничтожать. Только какой в этом смысл? В этой игре ни челленджа, ничего здесь нет. Здесь просто вот скибиди-туалеты, они к вам идут, и вы можете прям сквозь стену их уничтожать. Стоп, а я реально могу сквозь дом их уничтожить? Давайте проверим. А ну-ка. Нет, сквозь дом, к сожалению, это не работает, но это все, что есть в этой игре. В этой игре нет никаких интересных механик, локаций, бонусов, ни черта. Здесь даже прыгать нельзя. Здесь только можно ходить, перезаряжаться, да стрелять. И все, больше ничего нельзя делать. Можно я просто за текстуры выйду? Вот пролезу вот в эту вот дырку. А я реально могу. А... Не, ну видно, что игру тестировали, проверяли, а я прямо отсюда могу их уничтожать. В принципе, я улетел прямо в преисподнюю, потому что это только начало. Дальше будет интереснее. Дальше будет симулятор скибиди-туалета. Мы ведь всегда мечтали побывать в унитазе, да? Говнёй повонять немножечко. Какую же мне выбрать графику? Наверное, ультра, конечно же. И выбери сторону, скибидисты или ничего. Ладно, я выбираю скибидистов. И здесь есть самые разные скибиди-туалеты. Вау, ну я хочу быть классическим. Классическим скибиди-туалетом. И игра начинается. Это что, реально симулятор скибиди-туалета? Я в Roblox попал, я не понимаю. Выбор персонажа здесь есть, тренировка. Тренировка с чего? А, я драться могу? Почему он такой глянцевый? Боже, какой он страшный, а? Жесть вообще, это хуже, чем в Роблоксе. Через порталы ты можешь попасть в любое место. Сейчас в городе происходят основные сражения. Советую отправиться туда. Так, окей, я на тап могу выбирать опять же персонажа. И, а как отправиться в город? Вау, окей, попадаем в город. И вот он, город. Я ожидал на самом деле большего. Я могу получить вантузы за рекламу. Не, спасибо, мне не нужны вантузы. И в городе можно встретить скопление камеро люди. Если одолеть их, получишь вантузы. А для чего мне вантузы, кто-нибудь мне объяснит? Да, ладно, давай мы найдем скопление камеро люди. Я вот одного камеро людя отправил в преисподнюю. И почему-то мне за это вантуз не дали. Ну давай мы этого еще вырубим. Все, вырубили, и вантуз мне опять не дали. Как будто бы меня самую малость заскамили. И это весь смысл этой игры. А почему город такой всратый? Почему здесь моделька, нарисованная в Paint и раскопированная 33 раза? Может, здесь тоже можно сбежать куда-нибудь за карту, чтобы не мучиться? Я вообще не понимаю, зачем подобный мусор куда-то выкладывать. Мне было бы стыдно выкладывать что-то подобное в интернет. Это просто жесть какая-то невыносимая. И нет, здесь по краям карты сделали огромные камни. Ну, как бы вокруг каждого города есть тысячеметровых камней. Ну, это классика. Я могу сквозь них пройти. Я даже к ним подойти не могу. Фантастика. Ну а дальше интереснее, потому что дальше мы будем искать золотой унитаз. Мне бы золотой билет на лечение у психотерапевта после таких роликов, но его я не найду в этой игре. И, ой, жесть какая-то. Так, ладно, первый уровень, и дотолкай все шпионские камеры к дыре и спрось туда, окей. А, ну в этой игре есть физика, так, это что-то новенькое. В этой игре даже есть какая-то адекватная задача, адекватная физика, и, ну, это меня уже впечатлило, я готов дойти до второго уровня. Здесь даже нужно что-то делать, нужно будет искать эти туалеты, они не просто как бы расположены все у дыры, они вот спрятаны даже немножечко. Если застрял, вернись в меню. Вау, офигеть. Не, ну этой игре уже можно поставить как бы 1000 лайков, это лучше всего, что мы сегодня видели. Давай мы сбросим все эти камеры и посмотрим, какая будет награда, если она вообще сегодня будет. В качестве награды мне показали рекламу на весь экран. Фантастика. Первый уровень мы прошли. Вау, здесь есть анимация победы. Посмотрите, как он мне улыбнулся. На 14 уровень я попасть не могу. То есть уровни нужно проходить по порядку. Это меня немного разочаровывает, но я думаю, как-нибудь переживу. И теперь мне нужно 8 туалетов запросить, опять же, по физике. А при чем здесь золотой туалет? Так. Видимо, когда я пройду все 50 уровней... А, здесь всего 20 уровней. Как только я пройду все 20 уровней, мне дадут золотой туалет. И мы можем перепроходить все эти уровни заново. Это что, паркур какой-то? Вау, здесь даже какой-то паркур придумали. А если я в яму упаду, что будет? Давай мы сейчас проверим, что вообще можно делать в этой игре. Можно ли в этой игре упасть в яму? Вау. Ну, локации здесь интересные. И... Ой! Даже предусмотрено, что если ты случайно упал в яму, тебя телепортируют обратно. Ну, в теории, кстати говоря, эту игру можно было бы даже допилить до ума. Она была бы не такой плохой. Ой, я чуть не помер. Но мы прошли уже четверть этой игры, абсолютно не запариваясь. И здесь вот зачем-то можно смотреть рекламу. Я, правда, не понимаю, какой в этом смысл. Ой, здесь целую кучу туалетов нужно будет сбросить. Главное, чтобы они не улетели назад. Паскуды вы, камерные. Ну, ладно, я думаю, и здесь я дотащу вас. Давайте мы только
только ускорим все это говно. Нет, она застряла! Ой, нет, выстрела, нормально, не парься. Ох, мне даже не верится, что я прошел уже 6 уровней, но мне реально интересно, что же будет дальше. А дальше будет невероятное испытание, невероятный паркур. И опять мы просто всех сбрасываем вниз, просто ау. Я реально упал, офигеть, в этой игре даже есть какой-то челлендж. Ну это невероятно, ну давай мы попробуем еще сбросить оставшиеся туалеты. Мы посмотрим только на следующий уровень и все, дальше мне уже не интересно. Я не знаю, зачем я потратил на эту игру 5 минут своей жизни. По-моему, было бы логичнее 5 минут вот чем угодно позаниматься. Даже 5 минут ковырять пальцем в носу для меня было бы более продуктивно, нежели играть в эту игру. Ну и наконец-то мы нашли это! Игра под названием «Удали Скибиди из интернета». Сейчас этой самой рукой я буду творить реальность. Я просто возьму и удалю все Скибиди игры из интернета. И боже мой, как давно я этого ждал. И какие-то вирусы на экране появились. Что происходит? Я понял, меня заскамили. Мы просто бесконечно должны кликать по вирусам и таким образом зарабатывать биткоины. Так, окей, и за 20 биткоинов я покупаю автовирусы, которые дают мне больше кликов. А чем больше кликов, тем больше автовирусов. И это очередной кликер. Я реально думал, что в этой игре... А, нет, я удалил. Я удалил их, то есть их реально можно поудалять здесь. В этом есть какой-то смысл. Давай, 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 давай. Так, за 500 там даже можно какой-то апгрейд купить. Нифига себе. Ну давай мы накопим 500. Правда, это будет как-то очень проблематично. Мне бы еще автовирусов немножечко. X3, давай, 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 давай. Ну, у меня уже не хватает, блин, этих гребаных вирусов на экране. И я случайно потратил свои деньги. О, анализ точек входа. И нет, еще больше вирусов появилось. Я думал, это уменьшит их количество, и они окончательно пропадут из интернета. Но меня обманули, заскамили, как грязную дешевку. Выкинули на помойку. Боже мой, это что за чертовщина? Тут, кстати говоря, в качестве картинок превьюшки с роликов Ютуба. Возможно, рано или поздно здесь был мой ролик. И секунда сохранения чего? До сохранения моей жизни? А, до рекламы. Ну, мои нервные клетки сохранить не удалось. Поэтому я открыл самую медитативную игру под названием Скибиди Паркур. И здесь даже камеру управлять нельзя. Можно только вот паркурить. И меня действительно смущает тот факт, что в этой игре нельзя управлять камерой или... Нет, реально нельзя. И это просто паркур. Да, вы что думали? В конце этого ролика будет реально какой-то экстрим, экшон, что-то мега интересное. Алло, люди, очнитесь. Вы открыли ролик, а Скибиди играх. На что вы вообще рассчитывали? Вы ведь понимаете, что я в любой момент могу сейчас упасть, и это приведет нас к самому началу. А паркур этот проходить мне нужно в течение, возможно, 8 часов. Вы видите, насколько он длинный? Вот автору не лень было сидеть и расставлять все эти прямоугольники, и я упал. О, нет, в этой игре есть сохранение. Но знаете, что не удалось нам сохранить за этот ролик? За этот ролик нам не удалось сохранить самое главное, нашу честь и наш здравый рассудок. И через 2-3-1 будет реклама лайка под этим роликом, реклама кнопки подписки, она находится внизу, и реклама меня. Меня звали Fox Neo, и не факт, что мы завтра увидимся. Пока!